Почему я не худею? Похудение – это прежде всего про еду. Из моего большого тренерского опыта наиболее частая ошибка тех, кто хотят постранить, похудеть – это отсутствие точного плана питания. Общие правила, типа не есть после 6, есть больше клетчатки, морковки, не работают. Очень часто начинают есть слишком мало, срываются на еду. 2 килограмма уходит, 2 килограмма тут же возвращается. Нет порядка и системности, поэтому топчутся на месте. Самый лучший выход – это грамотно рассчитанный рацион. Второй, наиболее частый. Частой ошибкой я замечаю, это отсутствие контроля процесса с еженедельными измерениями объемов. Объемы даже гораздо важнее, чем килограммы. И здесь очень показательным индикатором уменьшения общего жира в организме является динамика объема талии. Нормальный темп по 1 сантиметру в неделю, что будет соответствовать примерно 1 килограмму веса. В таком темпе будет уходить 4-5 килограмм в месяц. Наедали мы эти килограммы часто годами, поэтому будет нелогично ожидать, что они уйдут за пару недель.